все стало гораздо хуже, чем я мог себе представить. Моя паранойя довела меня до того, что я больше не мог быть тем защитником, в котором нуждаются моя жена и потенциальные дети. Шугаясь каждой тени, каждого звука, я в итоге застрелил любовь своей жизни, перепутав ее существом. Это иронично, не находите? В попытках защитить ее, я в итоге сам стал монстром. Теперь я жду в своем погребе. Мне некого больше защищать, кроме своей души. Если ничего не случится, я убью зверя, что отнял у меня все. Может, заберем его пушку? Да, звучит неплохо. Прошу, не оживай! Ладно, не буду. Не бойтесь тьмы, друзья мои, и пусть начнется праздник. Всем привет, с вами Блейнар, и это реакция ютуберов. Не забудьте поддержать видео с лайкосиками, комментарием, это крайне важно. Если впервые на канале, подписка, колокольчик. И вступайте в наш телеграм, чтобы не пропускать видосики и новости канала. Также заработал наш второй канал, который был переименован в Блейнар Реактор. Ссылочка в описании, там видосики тоже будут выходить. Все, приятного просмотра, берите чайку, печеньки, погнали смотреть. Оу. Все стало гораздо хуже, чем я мог себе представить. Моя паранойя довела меня до того, что я больше не мог быть тем защитником, в котором нуждаются моя жена и потенциальные дети. Шугаясь каждой тени, каждого звука, я в итоге застрелил любовь своей жизни, перепутав ее существом. Это иронично. Не находите? В попытках защитить ее, я в итоге сам стал монстром. Это он? Теперь я жду в своем погребе. Мне некого больше защищать, кроме своей души. Если ничего не случится, я убью зверя, что отнял у меня все. Может, заберем его пушку? Да, звучит неплохо. Мурашки по коже, капец, страшно. Прошу, не оживай. Ладно, не буду. Ну да. Опа. Опа, это что такое? Все стало гораздо хуже, чем я мог себе представить. Моя паранойя довела меня до того, что я больше не мог быть тем защитником, в котором нуждается моя жена. Он типа застрелился из дробовика? Мы это, конечно, осуждаем максимально. Каждого звука я в итоге застрелил любовь своей жизни, перепутав ее существом. Это иронично. Не находите? Застрелил свою любовь? В попытках защитить ее, я в итоге сам стал монстром. Это его женщина какая-то? Теперь я жду в своем погребе. А, это он. Больше защищать, это все-таки он, я понял. Души. Если ничего не случится, я убью зверя, что отнял у меня все. На самом деле очень жестко. Может, заберем его пушку? Да, звучит неплохо. Отличная история. Да, пушка, мне кажется, им в принципе может понадобиться. Прошу, не оживай. Ладно, не буду. Как же я бы от этого обосрался, если бы реально в игре было. Похоже, у нас два патрона. Ага. Ой. Все стало гораздо хуже, чем я мог себе представить. Моя паранойя довела меня до того, что я больше не мог быть тем защитником, в котором нуждаются моя жена и потенциальные дети. Шугаясь каждой тени, каждого звука, я в итоге застрелил любовь своей жизни, перепутав ее существом. Это иронично, не находите? Я даже не знаю, что сказать. Он застрелил свою жену. Возможно, она была очень страшная, раз он ее перепутал с чудовищем. Я не знаю. Как защитить ее? Я в итоге сам стал монстром. Теперь я жду в своем погребе. Мне некого больше защищать, кроме своей души. Если ничего не случится, я убью зверя, что отнял у меня все. Может, заберем его пушку? Да, звучит неплохо. Да, да, бери, конечно. Прошу, не оживай. Ладно, не буду. А? Блин, какой хороший мертвец. Как говорится, мужик сказал, мужик умер и потом не ожил. О! Это барон, да? Все стало
гораздо хуже, чем я мог себе представить. Моя паранойя довела меня до того, что я больше не мог быть тем защитником, в котором нуждаются моя жена и потенциальные дети. Шугаясь каждой тени, каждого звука, я в итоге застрелил любовь в своей жизни, перепутав ее существом. Страшное чудовище, жена, какая разница, действительно. Это иронично, не находите? В попытках защитить ее, я в итоге сам стал монстром. Теперь собственно, и рожа соответствующая, да. Жду в своем погребе. Мне некого больше защищать, кроме своей души. Если ничего... Блин, судя по лицу, защита души тоже провалилась, да. Не случится. И защита нескольких зубов, по-моему, да. Я одного убью точно. Зверя, что отнял у меня все. Понятно. Может, заберем его пушку? Да, звучит неплохо. Может, деньги еще поищем, да, вдруг там еще лежит. Ну, мне кажется, с убийством зверя он плохо справился, судя по тому, что мы видели. Ладно, не буду. Твою ты налево, а? Кажется, сейчас, помни, перекосит еще жестче, чем до этого. Ага. Все, он... Да. Опа. А это хозяин. Все стало гораздо хуже, чем я мог себе представить. Моя паранойя довела меня до того, что я больше не мог быть тем защитником, в котором нуждаются моя жена и потенциальные дети. Шугаясь каждой тени, каждого звука, я в итоге застрелил любовь в своей жизни, перепутав ее с существом. Жесть. Это иронично, не находите? Жестко. В попытках защитить ее, я в итоге сам стал монстром. Теперь я жду в своем погребе. Мне некого больше защищать, кроме своей души. Прости. Если ничего не случится... Кстати, он частично похож на того монстра. Я убью зверя, что отнял у меня все. Может, заберем его пушку? Да, звучит неплохо. Найс план. Только не вставай, чел. Прошу, да вы скример. А? Ладно, не буду. Ладно, не буду. Вот это было класс. Вот это зачет. Слушай. Прошу, не оживай. Ладно, не буду. Не могу. Блин, класс. Зачетный момент. О, нет. Все стало гораздо хуже, чем я мог себе представить. Моя паранойя довела меня до того, что я больше не мог быть тем защитником, в котором нуждаются моя жена и потенциальные дети. Шугаясь каждой тени, каждого звука, я в итоге застрелил любовь в своей жизни, перепутав ее с существом. Это иронично, не находите? В попытках защитить ее, я в итоге сам стал монстром. Теперь я жду в своем погребе. Мне некого больше защищать, кроме своей души. Если ничего не случится, я убью зверя, что отнял у меня все. Может, заберем его пушку? Да, звучит неплохо. Логично. Прошу, не оживай. Ладно, не буду. Это что такое? О боже. Теперь мы знаем, откуда у него будет дробовик. Гораздо хуже, чем я мог себе представить. Моя паранойя довела меня до того, что я больше не мог быть тем защитником, в котором нуждаются моя жена и потенциальные дети. Шугаясь каждой тени, каждого звука, я в итоге застрелил любовь в своей жизни, перепутав ее с существом. О боже, это очень крипово. Иронично. Не находите? В попытках защитить ее, я в итоге сам стал монстром. Боже. Теперь я жду в своем прям до мурашек. Мне некого больше защищать, кроме своей души. Если ничего не случится, я убью зверя, что отнял у меня все. Охренеть. Может, заберем его пушку? Да, звучит неплохо. Да, это мы в хоррорах. 100%. Прошу, не оживай. Ладно, не буду. Что? Господи. Похоже, у нас два патрона.
Не будем тратить впустую. Ой. О, ну ствол есть, уже неплохо. Гораздо хуже, чем я мог себе представить. Моя паранойя довела меня до того, что я больше не мог быть тем защитником, в котором нуждаются моя жена и потенциальные дети. Шугаясь каждой тени, каждого звука, я в итоге застрелил любовь своей жизни, перепутав ее с существом. Это иронично, не находите? В попытках защитить ее, я в итоге сам стал монстром. Теперь я жду в своем погребе. Мне некого больше защищать, кроме своей души. Если ничего не случится, я убью зверя, что отнял у меня все. Не дождался. Может, заберем его пушку? Да, звучит неплохо. Прошу, не оживай. Ладно, не буду. Ладно. Спасибо. Похоже, у нас два патрона. Согласился. Еще раз вам сказать про Roblox. Все стало гораздо хуже, чем я мог себе представить. Моя паранойя довела меня до того, что я больше не мог быть тем защитником, в котором нуждаются моя жена и потенциальные дети. Шугаясь каждой тени, каждого звука, я в итоге застрелил любовь своей жизни, перепутав ее с существом. Какие тогда потенциальные дети? Ты, дурачело. Он, охотника, как бы там его ни звали, пришиб свою жену, поэтому потенциальные дети, которые еще не родились и так и не родятся. Это иронично. Не находите? В попытках защитить ее, я в итоге сам стал монстром. Теперь я жду в своем погребе. Мне некого больше защищать, кроме своей души. Если ничего не случится, я убью зверя, что отнял у меня все. Ничего не случилось. Может, заберем его пушку? Да, звучит неплохо. Прошу, не оживай. Ладно, не буду. Хорош! Поняли? А нужно только попросить. Гарри Поттер нас этому учил. Если ты садишься и на тебя кладут распределяющую шляпу, скажи, что ты хочешь быть гриффиндорцем, и ты будешь гриффиндорцем. Хочешь взять у умершего трупа револьверчик или там какой-то дробаш, просто попроси его не оживать, и он не будет этого делать. О, Винцо. Тот сдох. Все стало гораздо хуже, чем я мог себе представить. Моя паранойя довела меня до того, что я больше не мог быть тем защитником, в котором нуждаются моя жена и потенциальные дети. Потенциальные? Как я защищать потенциальных детей? Шугаясь каждой тени, каждого звука, я в итоге застрелил любовь своей жизни, перепутав ее. Теперь у тебя потенциальных детей даже нет. Существом. Это иронично. Не находите? Не нахожу. В чем ирония? В попытках защитить ее. А, тогда ладно. Я в итоге сам стал монстром. Теперь я жду в своем погребе. Мне некого больше защищать, кроме своей души. Если ничего не случится, я убью зверя, что отнял у меня все. Себя? Может, заберем его пушку? Да, звучит неплохо. Логично, согласен. Прошу, я позаимствую. Ладно, не буду. Сука, чисто за это лайк. Ладно, не буду. Похоже, у нас два патрона. Поищите в карманах, может, есть еще. Он человек, а хозяин. Который записи его. Гораздо хуже, чем я мог себе представить. Милдлхолл. Моя паранойя довела меня до того, что я больше не мог быть тем защитником, в котором нуждаются моя жена и потенциальные дети. Я просто была в шоке, потому что Вадим обычно имена вообще никак не запоминает. Пугаясь каждой тени, каждого звука, я в итоге застрелил любовь своей жизни, перепутав ее существом. Это иронично. Не находите? В попытках защитить ее, я в итоге сам стал монстром. Теперь я жду в своем погребе. Мне некого больше защищать, кроме своей души. Если ничего не случится, я убью зверя, что отнял у меня все.
Может, заберем его пушку? Да, звучит неплохо. Видимо, пушка не работает, скорее всего. А может, он живой, знаешь, как в форме... Ладно, не буду. Сложил. Он зомбак? Она попросила не жевать, он не будет. Все стало гораздо хуже, чем я мог себе представить. Моя паранойя довела меня до того, что я больше не мог быть тем защитником, в котором нуждаются моя жена и потенциальные дети. Шугаясь каждой тени, каждого звука, я в итоге застрелил любовь своей жизни, перепутав ее с существом. Это иронично, не находите? В попытках защитить ее, я в итоге сам стал монстром. Теперь я жду в своем погребе. Мне некого больше защищать, кроме своей души. Если ничего не случится, я убью зверя, что отнял у меня все. Может, заберем его пушку? Да, звучит неплохо. Эта история-то на самом деле офигенная. Скример. Прошу, не оживай. Ладно, не буду. А поговорить с ним разве нельзя? О. Все стало гораздо хуже. Он такой записал, да? Потом положил прямо перед собой, застрелился, и спустя кучу времени его находят и читают. Классно, вот это я понимаю, выдал лора. А этот мужик шарит за красивую подачу. Чем я мог себе представить? Моя паранойя довела меня до того, что я больше не мог быть тем защитником, в котором нуждаются моя жена и потенциальные дети. Шугаясь каждой тени... Потенциальные дети. Тени, каждого звука, я в итоге застрелил любовь своей жизни, перепутав ее с существом. Это иронично, не находите? Ты типа хотел защитить, в итоге сам застрелил? Ну да, иронично. Действительно. Проблемы с головой. Но это не шизофрения или шиза. Как защитить ее? Не, это... Вспомню, скажу. Я в итоге сам стал монстром. Теперь я жду в своем погребе. Мне некого больше защищать, кроме своей души. Если... Ничего не случится. Я убью зверя, что отнял у меня все. Может, заберем его пушку? Да, звучит неплохо. Это, короче, помешанность. Что-то с маньячность. Я не помню название. Ну, короче, прям помешанность на какой-то идее. Вот. Хорошо, не оживай. Ладно, не буду. Какой вежливый. Спасибо. Блин, он еще и послушал, не был. Просто лучший мужик в этом сериале. В этой серии. Это просто типа разбавка сюжета основного. Все стало гораздо хуже, чем я мог себе представить. Моя паранойя довела меня до того, что я больше не мог быть тем защитником, в котором нуждаются моя жена и потенциальные дети. Шугаясь каждой тени, каждого звука, я в итоге застрелил любовь своей жизни, перепутав ее с существом. Это иронично, не находите? В попытках защитить ее, я в итоге сам стал монстром. Теперь я жду в своем погребе. Да за что? Мне некого больше защищать, кроме своей души. Но вообще, вот это вот испытание приколдеснее, чем предыдущее. Я убью зверя, что отнял у меня все. Может, заберем его пушку? Да, звучит неплохо. Неплохо, да, согласен. Хорошая идея. Обычно многие главные персонажи любых хоррор-фильмов до этого не додумываются почему-то. Склеп? Это что такое? Подожди. Все стало гораздо хуже, чем я мог себе представить. Моя паранойя довела меня до того, что я больше не мог быть тем защитником, в котором это и есть барон Недоухомов. Потенциальные дети, шугаясь каждой тени, каждого звука, я в итоге застрелил любовь своей жизни, перепутав ее с существом. Офигеть. Это иронично, не находите? В попытках защитить ее, я в итоге сам стал монстром. Офигеть. Теперь я
жду в своем погребе. Мне некого больше защищать, кроме своей души. Если ничего не случится, я убью зверя, что отнял у меня все. Походу, не убил. Может, заберем его пушку? Да, звучит неплохо. Так, у него двухстволочка. Ладно, не буду. Что? Что он говорит? Не буду. Прошу, не оживай. Ладно, не буду. Говорит, не оживай, говорит, ладно, не буду. Зомби. Все. Сейчас будет уровень с Call of Duty. Хуже, чем я мог себе представить. Моя паранойя довела меня до того, что я больше не мог быть тем защитником, в котором нуждаются моя жена и потенциальные дети. Шугаясь каждой тени, каждого звука, я в итоге застрелил любовь своей жизни, перепутав ее с существом. Это иронично, не находите? В попытках защитить ее, я в итоге сам стал монстром. Теперь я жду в своем погребе. Мне некого больше защищать, кроме своей души. Если ничего не случится, я убью зверя, что отнял у меня все. Может, заберем его пушку? Да, звучит неплохо. Король же жену потерял. Подожди! Стоп, ты, короче, думаешь, что они проходят приключения, которые являются чем-то вроде повторения их реальной жизни, только, ну, в другом немного виде. И то есть, возможно, это жизнь короля как раз-таки. То есть, возможно, именно он был этим человеком, и, возможно, он убил свою жену. Он же о ней говорил. Прошу, не оживай. Ладно, не буду. Чё? Да. Чёрт. Все стало гораздо хуже, чем я мог себе представить. Моя паранойя довела меня до того, что я больше не мог быть тем защитником, в котором нуждаются моя жена и потенциальные дети. Шугаясь каждой тени, каждого звука, я в итоге застрелил любовь своей жизни, перепутав ее с существом. Что? Это иронично. Не находите? В попытках защитить ее, я в итоге сам стал монстром. Теперь я... Я почему-то подумала, не может ли это быть аналогией с королёром. Во-первых, он так внимательно слушал, а во-вторых, были теории, что у него до этого была жена, которая сошла с ума и, соответственно, рипнулась. Жду в своем погребе. Мне некого... Ну, как-то будто эта тема его затронула, действительно. Сейчас вот... Давайте пересмотрим. В попытках защитить ее. Я в итоге сам стал монстром. Теперь я жду в своем погребе. Мне некого больше защищать, кроме своей души. Если ничего не случится, я убью зверя, что отнял у меня все. Может, заберем его пушку? Да, звучит неплохо. Да. Но ощущение, как будто будет скример. Он как-то шелохнется, дернется. Не оживай! Ладно, не буду. Можно так контрольный в него еще сделать. Похоже, на всякий случай. У нас два патрона. А это Степан с того стыка. Сюда-сюда кучу крутых видосов рекомендую. Зайти в раздел видео, вступить в Телеграм. Увидимся в новых видосах. Пока-пока.